4. Всем привет, меня зовут Макс Прайм. Сегодня я вам расскажу все про инвестиции, так что лайк, подписка, я сегодня рассказываю. Что я себя держу? Сейчас я держу камеру, что это значит? Это значит, на это можно отложить или же заработать. Как это сделать, вы увидите в следующем видеоролике. Я даже давно-давно записал про него. Значит, первым лайк, подписка, чтобы не пропускать ни одного ролика. Первое дело, куда инвестировать деньги, чтобы заработать на вот эту вот камеру. Я думаю, вам будет в скором времени это будет видно. Камера называется Sonic 3000. Она стоит в порядках в рублей, это 25 тысяч рублей. Если я не прав, поправьте меня в комментариях, пожалуйста. Вот, есть дешевая камера за дешевую камеру без 4К. Я снимаю 4К, чтобы тут будет видно. Думаю, потом увидите в роликах там в настройках, настройка 4К. В общем, суть какая, как заработать на эту камеру. Можно ее откладывать. Я откладывал с 13 лет. Сколько вам лет, напиши в комментариях, чтобы было логично, чтобы было понятно. Ведь это очень необходимо. И необходимо важно откладывать, инвестировать и сохранять. Кто-то сохраняет на депозитах, кто-то сохраняет в долларах, кто-то сохраняет деньги в деньгах. А кто-то еще хочет удачу, поэтому идет, когда там какой-то праздник, например, день Нового года, соответствие сразу же ложит в карман себе деньги, и ему удача. Год, соответственно, один год ему, да, целый год. Вот так вот получается. Если вы хотите себе такую удачу, то просто берете и делаете. Берете листики, делаете. Самое главное тут начать, но это уже другая тема. У нас тема инвестиций. Если у вас уже есть энергия и сила, то вы можете ежедневно работать и зарабатывать деньги, если у вас есть какая-то работа, где-то вы зарабатываете. Как говорили мудрецы, если вы зарабатываете 1 доллар в месяц, как я сейчас, то вы сможете за год заработать 100 долларов в месяц. Это реально, если вы будете повторять одни и те же темы. Только 1 умножить на 1 будет 2, потом 2 умножить на 2 будет 4, 4 умножить на 4 будет 16, 16 на 16... Так, это 32, 6 на 6, 36, там пишем 6. Говорят, что 72, подождите, 16 на 16, 23 плюс 5. Напишите в комментариях, 36 умножить на 6, ой, 36 умножить на 36 или 16 умножить на 16. Это у нас будет 16 умножить на 16. 12, этим пишем 36. А 36 у нас 36. Точно у нас будет 72, или я ошибаюсь? Просто передышка. Вчера у нас была пятница, а сегодня суббота. Поэтому, когда суббота, вы можете снимать или делать свои хобби. Так, у нас что-то с проблемой одной... С одним диском. Ладно, сейчас разберемся с этим. Поэтому лайк, подписка. Пум-пум-пум. Инвестиции в недвижимость — это безопасно, поэтому берем, что хотим, и берем, что делаем. Второе. Самый главный совет. Чтобы было много денег. Мы поговорили про инвестиции в недвижимость. Говорим дальше про инвестиции в финансовые, как называется, сейчас бизнес, вот он, самая сложная штука, так что если человек с нуля войдет туда, он может так и упасть, может так и вырасти. Первое дело, смотри, рыночный рынок, сейчас он покупает товары, продают товары, там фрукты, овощи, фрукты, продукты, вот. Эх, опасная тема, ведь... Они бывают такие, могут пропасть эти продукты, тем самым получается в два раза меньше. Если будете их продавать, то вам будет штраф. Если вы все же станете, блин, купить какую-то себе АТБ,
то это не выгодно. Что сейчас выгодно? Выгодно это идти в Индию, и не Индию, а Италию, покупать какие-то обувь, я там помню, итальянские обувь, или в Испании, Франции, одежда крутая. И сразу в свой магазин тягать эту вещь, тем самым у вас будет цена подороже, и будет у вас классно получаться. Еще рекомендую сыграть игру про магазин свой, открыть магазин свой, где там, а магазин одежды, магазин обуви, что вы там делаете, если хотите этого, пробуйте так, возможно, вам получится. Игра именно вам поможет реализовать свою мечту для начала. Но если вы не хотите играть, то вас не заставляю. Не заставляю. Вы можете также продавать столы, декорации, с рук что-то делать. Но самое главное узнать ваше хобби. Вроде бы я сказал, если вы любите продавать и покупать, то в принципе это ваше. Футболисту тоже говорил в ролике, как популярного футболиста. Макс Тайсон, у нас баскетболист, точнее, баскетболист, боксерист, который боксом занимается. Как его там зовут? Футболист самого популярного. Ну, вообще не важно, все популярны, все хороши. Просто он успех, вы не можете посмотреть его успех, он просто старался много раз. Тем самым его история офигенная. Он с бедности стал выше, то есть занимался каждый день. Ежедневно. Потом какая-то компания увидела, сразу сказала, давай рекламироваться, будешь заниматься футболом, вот тебе реклама, 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 когда будешь играть в футбол, вот его фанаты, такие, давай продолжай свой футбольный мяч, там, прикольным трюком. Имейте трюк делать еще, чтобы у вас было какой-то опыт, ведь это очень главное, поэтому сразу пиши в комментариях, лайк, подписка сначала, а потом уже пиши. То, что у меня вот навык мой, я умею держать руку час. Если умею держать руку час, то это значит, вы стойкий человек. Кстати, рекомендую всем попробовать, ведь это очень сильно поможет вам проанализировать, сможет ли один человек держать час руку. Блин, это так будет тяжело, что я в шоке. Вот никто не может держать больше часа, ну, может только китайцы. Они же там тренируются кунг-фу. Поэтому попробуйте. И уберите свою лень, уберите свою неуверенность. Кстати, как одолеть свою неуверенность в голосе? Как я сейчас говорю, сейчас тяжело, потому что я эту тему не так-то и много говорю про нее. А я так старт давно-давно начал снимать. А что мне снимать? Вот такая вот тема. Я прям в нее вник. Заставил меня в нем вникнуть, и мне она понравилась, и я остался. То есть, если вам нравится, вам понравится. То есть, заставить себе нужно. И еще есть поговорка одна. То есть, пробую везде. Жаль, что я удалил эту поговорку, но я ее помню. Самое сложное ее вспомнить у меня. Как она там называется? Вспомни. Пробую, пробую, пробую. Сложная тема, она в ТикТоке есть, она в ТикТоке, поэтому заходите в ТикТок, слушайте такую, то есть вы должны первый раз, чтобы пробовать, все получится, поэтому уверенность превыше всего. Пробуйте прокачивать свое хобби, ведь это самое главное, если человек не прокачивает свое хобби, ничего не сможет. Самое главное, попробуйте сделать. Хотя бы в субботу. У вас есть каждую субботу 365 дней, то есть разделить на 7. Ой, 365 дней разделить на 7. Если у меня был бы свободный калькулятор, то я бы достал его. Он сейчас там находится. В принципе, можно 365 разделить на 7. Поэтому сейчас я этим и займусь. 365 разделить на 7. Я думаю, вам видно. Ой. Хорошо, что у нас со мной есть. Так, кнопочки. Так. О. 365 разделить на 7. У каждый день
каждую неделю у вас должен быть выходной, это обязательно. Разделить на 7, как эти функции на 7. Сейчас покажу. Ой, все же так. Ну ладно, не покажу. В телефоне легче. Так, дари мне, как там, тре, или как там говорить на русском, будет 52, 52 субботы у вас в год. 52 субботы в год. Так, 52 субботы у вас в год. Как выключить? 52 субботы у вас в год. 52 субботы у вас в год. Что это значит? Это значит, у вас проблема. Время бежит. 52 разделить на 20, на 2 будет 26. Поймите, что у вас слишком мало времени. И еще 26 разделить на 2. Это у нас будет разделить будет 13. То есть, если вы сильный человек, то у вас сильная сторона 1. Если вы слабый человек, то у вас будет 26 дней, чтобы что-то думать. Вот, прикиньте, это очень мало. Поэтому, где вы бы не учились, где бы вы не работаете, найти свое хобби, прокачать ее. Тогда время будет медленнее немножко, немножко. А то если вы не найдете свое хобби, у вас будет очень время быстрее. Грубо говоря, у вас так будет еще до конца жизни, и вы сможете очень ошибаться. Поэтому берем свои ручки, кулачки, сразу пишем листочек, ручку, бумагу. Ручку. Ручка, она быстро, у нее кончается паста. Что это значит? Это значит, что у вас время будет ограничение еще быстрее. Вы будете чувствовать, что время бежит. Поэтому, если вы чувствуете, что время бежит, берем лист, огромный лист, не знаю, А4, там, не знаю, берем огромный лист, берем карандаш и пишем, что хотим. Это очень главное, потому что именно карандаш поможет вам сосредоточиться. И пишите свое пожелание, что бы вы хотели, как бы вы хотели, и все у вас будет. Блин, ничего тут не видно. Вот. Поэтому берем карандаш, лист, А4, неважно, вписываем свои желания. Каждый праздник вписываешь свои желания. Значит, вы ждете праздника, вы подаете сигнал Вселенной, она знает, что ждешь праздника. Вспоминаю себе каждый раз, когда праздник, тогда я пишу свои новые цели. То есть, если вы не исполнили свои цели, сколько целей должно быть? 10 примерно. Я не пробую этот способ, но я его пробовал в этом Новый год, когда там будет, как там, праздник Пасхи, когда пишем тоже, когда Новый год, пишем тоже, когда какие-то праздники. Но я не говорю, что вы каждую там субботу, неделю или там по праздникам, ой, по праздникам нужно, то есть лето, зима, весна, осень. Это не нужно делать, потому что они так собьют вас, потому что это цикл, а цикл — это опасная штука, это нужно изучать теорию, теорику, риорику, там всякое такое. Главное вам узнать, когда праздники, тогда вы пишите свои цели, например, прочитаю 10 книг до этого праздника, и куплю себе машину до этого праздника, это прям такие глобальные цели, но если вы это сделаете, то вы будете счастливее, чем будете уже зарабатывать много. В принципе, можно работать от, как там, от, на русском это у нас будет день до ночи, от ранку до вечера, вот это я хотел сказать. Получается говорить на русском, как-то слишком переборным. Напишите в комментарии, как будет ранок на русском. Наверное, как-то по-другому. Поэтому сразу пишем свои желания, все получится. И сможете купить квартиру, у вас будет успешный бизнес, всякое такое. Это, знаете, как будто ролик «Смысл жизни».
Да, смысл жизни хэштег 1, смысл жизни хэштег 2. Все получится, если вы именно сделаете подписку, лайк на моем канале и смотрите другие ролики. Потому что именно в эти 15 минут мы нереально сделали. В эти 15 минут вы после этого будете чувствовать скорость. Точнее, быстро время летит, как я сейчас. Вам потом захочется вернуться назад. Но самое лучшее время это смотреть этот ролик, потому что именно в этот ролик мы 15 минут ролик записали. Поэтому всем удачи, всем пока, желаю добра. Подписка, лайк, слева, справа, слева, внизу, справа, внизу есть такие подсказочки. Нажимаем, смотрим. Также подписка, там есть такая подсказочка. Ну что ж, всем удачи, всем пока. Всем удачи, всем пока.